Вот так выглядит центр Петропавловска глазами человека, заболевшего коронавирусом. Нет-нет, не волнуйтесь. Я пока коронавирусом не захворал, несмотря на то, что камчатские власти недавно озвучили количество заболевших коронавирусом на полуострове. Это страшная цифра. Смолчать власти не могли. Им пришлось сказать эту страшную правду. И какова же эта цифра? Об этом вы узнаете позже. А пока начнем вот с чего. Начнем с того, что сдамши в печать сборник газетных публикаций, составленный мною и моей женою, и рассказывающий о том, как жила Камчатка в годы Великой Отечественной и Советско-Японской войн, я, подцепивший грипп, занялся следующим проектом. Сидячи дома и имеющий массу времени, я начал составлять давно обещанную антологию стихов о Камчатке. Она, конечно, как я говорил уже в одном из выпусков своего видеодневничка, должна была выйти в свет в этом году, но выход задвинулся на следующий год ввиду того, что в этом году пришлось срочно издавать сборник газетных публикаций о военных годах. Да, кстати, пока я хворал, я сидел дома, но один раз в столицу Камчатского края выбрался. И хочу показать немножко картинок с видеорегистратора, сделанных по дороге. Итак, смотрим. Thank you.
Вот так вот выглядели околицы Петропавловска во время минувшей пурги. Ну а сегодня у нас так получилось день таймлапса. Я, немножко прогулявшись по городу в районе контрольного пункта КП, по недоразумению уже несколько десятилетий называемого Комсомольской площадью, но на самом деле, как я уже тоже не раз говорил, это не Комсомольская площадь, а контрольный пункт. Итак, я прогулялся сначала в районе КП контрольного пункта, потом в центре столицы Камчатского края, занимаясь между делом цайтраферной съемкой, или, как сейчас модно говорить, таймлапсами. Вот они, посмотрите, вот они, эти таймлапсы. Thank you.
Полюбовавшись цайтраферную съемкою столицы Камчатского края, мы плавно переходим к обещанию назвать цифру камчатцев, заболевших коронавирусом, и эту цифру исполнительной власти Камчатского края недавно пришлось озвучить. Итак, готовьтесь узнать страшный секрет. С такими вещами играть нельзя. На Камчатке больны коронавирусом 0 человек. 0. Кругленькой 0. То есть наш регион вполне благополучен. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени, сидячи в креслах или в ватерклозете, смотреть мой видеодневничок. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. От меня не уходит. Пишите комментарии, обязательно пишите. А если вы впервые на моем канале, то сейчас в правом нижнем углу вот подсказка, что нужно сделать. Выполнили то, что она вам рекомендует? Кнопочка из красной превратилась в серую. Теперь вы будете получать уведомления о новых выпусках моего видеодневничка на канале. До свидания. Да, до свидания, до свидания. Но ведь пора все-таки ехать. Пора двигаться в свою родную деревню. Что мы сейчас и сделаем. Thank you.